Как сообщают российские СМИ, в Соединенных Штатах Америки задержали более 700 человек из-за протестов в поддержку Палестины. Американская полиция задержала более 700 человек из-за участия в протестах в поддержку Палестины. Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что протесты были организованы студенческим движением и прошли на территориях университетов в Огайо, Индиане, Коннектикуте, Аризоне и Колорадо. Все митингующие столкнулись с полицейским вмешательством, включая жесткие действия, прямые столкновения с протестующими, разгон палаточных лагерей и угрозы отчислениями. Новая волна студенческой активности против войны в секторе Газа была вызвана арестом по меньшей мере 108 протестующих в Колумбийском университете 18 апреля. С тех пор вмешательство полиции в нескольких кампусах, в том числе в некоторых крупнейших городах Америки, привело к более чем 700 арестам, сообщает источник. Ранее премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху осудил протесты в поддержку Палестины в Соединенных Штатах Америки. Итак, тот, кто убивает ни в чем не повинных детей, женщин и стариков. Напомню, как говорил Владимир Путин, сегодня Газа превратилась в самое большое детское кладбище в мире. И виновником этих убийств является Беньямин Нетаньяху, и он осуждает протесты в поддержку Палестины в Соединенных Штатах Америки. То есть те, кто убивает детей, пытаются осуждать протесты, мирные протесты. Обязательно напишите свое мнение в комментариях.